вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу о самом простом способе установки Google Analytics на ваш сайт под управлением WordPress. Итак, у вымышленной организации «Человека-кошка» есть сайт. Он уже работает более месяца, появилось достаточно много материалов. Люди обращаются, чтобы взять или отдать котят. Но руководству этой организации интересно, кто же заходит на их сайт и как привлечь больше людей. То есть, как сделать сайт более эффективным. Для измерения эффективности и статистики сайтов существует множество инструментов, которые позволяют узнать, сколько посетителей заходит на сайт, где они живут, как долго проводят время на сайте, сколько страниц просматривают. Одним из самых популярных является Google Analytics. Для того, чтобы начать использовать этот инструмент и подключить его на свой сайт, необходимо иметь аккаунт в Google. Например, он у вас есть, если вы пользуетесь почтой Gmail. Также есть возможность зарегистрироваться. Я вхожу с помощью своего логина. Если вы ранее не пользовались Google Analytics, в таком случае вы попадаете после входа на страницу создания аккаунта, где нужно заполнить информацию о сайте, статистику которого вы хотите измерять. Здесь нужно указать название, ссылку на сайт, а также раздел деятельности сайта. После заполнения информации вам предлагается принять условия использования Google Analytics. После создания аккаунта для вашего сайта вы получите код отслеживания и идентификатор отслеживания. Код отслеживания нужно разместить на всех страницах вашего сайта, чтобы Google Analytics смог собирать нужные данные о посетителях вашего сайта. Но как разместить этот код самостоятельно, не разбираясь в коде страниц сайта? Для этого есть простое решение – плагин для WordPress. Чтобы установить этот плагин, нужно перейти в административную панель вашего сайта, а там в раздел установки новых плагинов и в строке поиска ввести Google Analytics by Yoast, и вы увидите его в результатах поиска. После установки плагина в меню появится раздел Analytics, где во вкладке Settings нужно подключить ваш аккаунт Google Analytics к вашему сайту. Нужно указать всего лишь ваш идентификатор отслеживания. Также нужно поставить «Игнорировать пользователя, кто является редакторами сайта и пишет материалы для него», чтобы это не мешало измерению статистики. Здесь есть и другие настройки, но их можно не трогать, если вы не являетесь продвинутым пользователем. После того, как вы свяжете ваш сайт и Google Analytics, у вас появится вкладка «Статистика вашего сайта» в разделе «Главная страница». Нажимая на все данные по сайту, вы попадаете в статистику вашего сайта. Таким образом, подключение Google Analytics к сайту WordPress с помощью плагина является самым простым способом даже для непродвинутых пользователей, а занимает это всего не более 5 минут.